Ну, я тебе не будет, тогда заберу горе. Раз никак вы не выживаетесь. Может быть, тебе был бы кот, может быть, это было бы спокойнее. А то ведь это кошка, это моя. Ну, хороший кошечек, симпатичный, приятный. Знаю, уже стало. Ну, не всем дается. Да только вам и дается, наверное. Ой, горе. И не было. Горе мое. Горе ты мое. Да, горе. Нет, радость, хороший, хороший. Жить тебе негде, да. Потом же накатился, же, по-моему, два раза. Ну, котята пропадали. Да. Не видно, на их не закармливается. Иди, иди, прячься он. Дырку какую-нибудь. Пойдешь? А? Не пойдешь? Ну, вот. Да, вон. Речь. Сейчас покормлю, сейчас уберу. А то сейчас съедят и все. Да? Да, голуби сразу. Голуби воруют. Ну, сразу налетают. Они и так тут только ночь кормить и облепят вот так вот. И ждут своей очереди, да? Кошками притворяются. Лапушка. Лапушка. Но она никому не дается, особенно. Это я над ней могу гладиться, а так она не, тоже диковата еще. Так? До. Очень хорошо. А я ее взяла. Ну что? Раздробим его, просто раздробим и все. И водичка залила, говорю, и там и поставила. Нужно не в водичку, нужно в корм. Кормку, да? И корм положить, знаете, как его надо сделать? Взять котлеткой какой-нибудь. Ну, нет, заворачивать. Нет, ничего не надо заворачивать. Надо взять маленькую пиалку какую-нибудь, или баночку, крышечку. Положить на.